В преддверии 70-летия Победы особое внимание уделяется, конечно, ветеранам. Глава региона Андрей Воробьев призвал местные власти внимательно отнестись к каждому ветерану. К сожалению, не все с должной ответственностью подошли к этому поручению. В Химках за счет бюджетных средств планируется отремонтировать 48 квартир. Некоторые чиновники и подрядчики проявили халатность в этом вопросе. Зафиксированы случаи, когда химчане просили одну услугу, а им вместо этого предлагали другую, либо вовсе переносили сроки ремонта. Нужно отремонтировать потолок, бабушка попросила. Говорит, у нас нет возможностей, давайте мы вам заменим лучи окна. Улица Кирова, 20. Осмотрели, что нужно сделать, сказали, может быть, не успеют, и перенесем на июнь. И больше никто не звонил и не приходил. А Ленинский проспект, дом 8, квартира 62, Зоя Петровна проживает. Даже никто не приходил, и никакие работы не ведутся. За ремонт в квартирах ветеранов ответственный директор МПДС ЖКУ Михаил Корягин и заместитель руководителя администрации Химок Александр Самарин. Я выговором за это делаю. Если ситуацию за эти дни не поправите, до воскресенья вам, Александр Юрьевич, вам замечание. С последующим увольнением и того, и другого. Если не исправите ситуацию. Без обид. Это ветеран, это святое, Царевич. Это святое. Не 120 квартир, а 48. Мы работаем уже над этим месяц. И вот что ветеран хочет, то и нужно заменить. Если уж потолок просит сделать, так потолок сделайте, а не окна. Ситуацию должны исправить к 26 апреля. В противном случае ответственные понесут наказание.